Приветствую подписчиков, зрителей и гостей моего канала. Сегодня на обзоре распаковка письма с города Петропавла. В письме должно быть 10 банкнот. Почтовая марка Казахстана. Жургенов Темирбек Караулы. Советский партийный и государственный деятель Казахской ССР. Давайте сейчас я распакую. Такие вот банкноты. Сейчас я их разложу. Так, начнем с Азии. 4 банкноты. Первая банкнота Камбоджа. 500 риелей. 1996 года. Лицевая и оборотная. Так, вторая Оман, 100 байза, 2020 года, лицевая и оборотная сторона. Третья Непал. 5 рупий, 2002 года выпуска. Лицевая, король Непала и оборотная сторона. Так, четвертая Иран, 10 тысяч реалов, 2016 года выпуска. Лицевая и оборотная сторона. Так, Северная Америка, одна банкнота, Тринидад и Тобаго, 1 доллар, 2020 года выпуска, пластиковая банкнота, лицевая и оборотная сторона. Так, Южная Америка, Уругвай, 50 песо, 1988 года выпуска. Лицевая и оборотная сторона. Так, дальше Европа. Босния и Герцеговина. 50 динаров. 1992 года выпуска. Лицевая и оборотная сторона. Следующая, восьмая банкнота Югославия, 10 динаров, 1978 года, лицевая и оборотная сторона. Девятая, Швеция, 20 крон, 1998 года выпуска. Лицевая и оборотная сторона.
И десятая банкнота Шотландии, 1 фунт 1980 года. Продолжаю собирать Шотландию. Вот такие вот 10 банкнот. В следующих видео сделаю подробный обзор этих банкнот. Ну, на этом я закончу сегодняшний обзор. Всего хорошего. До скорых встреч. Всем пока.